сейчас звонит мне. Как раз я видел, распаковки закончила, смотрю, сверху телефон выскочил, звонит. Думаю, ну мало ли, ну кто там. Говорит, здрасте, вы подавали две заявки на смену телефона. Ну, типа телефона, привязанного к вашим банковским данным. И еще одна заявка ваша висит на потребительский кредит. Я говорю, да что вы? Я говорю, а из какого вы банка? Он мне говорит, из ВТБ. Я говорю, да? Он говорит, ну да, вот здесь я вижу, говорит, у вас заявка висит. Это вот как раз мое любимое средство. Распаковала его и быстро на лицо. Какой кайф. Вот, я говорю, а что еще раз у меня там висит? Он говорит, у вас висит заявка на потребительский кредит и на смену вот этого телефона, номера телефона по вашим всем данным. Я говорю, на чье имя висит-то? Кто я? Он мне, знаете, что говорит? Залупкина Клуша. Понял, да, что я над ним издеваюсь. Я говорю, а что же вы мне тогда звоните? Залупкиной Клуши и звоните. Мне-то что? Ты что, самая умная? Представляете, вот уже охамили. Ну, вы можете представить? Вот звонит мошенник, да? Клиентоориентированности ноль. Да ты должен задницу вылезать, чтобы тебе поверили. Не верят, сделай так, чтобы поверили. Ну, ты же мошенник. Ну, в конце концов. Интеллигентная личность должна быть, понимаете? Войти в доверие, втереться, уговорить. Нет, а у них все, крышу сразу срывает. Как только их начинаешь троллить, они сразу начинают верещать, как маленькие девочки маменькины. Я говорю, ты что нервничаешь, господи? Ты же мне позвонил, не я тебе. Сука, телефон положил. В общем, не хотят со мной разговаривать. Сейчас чуть-чуть взбодрим мои щеки. Взбодрим же щеки. Я есть так хочу. А потому что выпила стакан воды. Все. Все процессы запущены. Кушать тоже мне хочется. Блинчики на столе лежат. И в холодильнике варенье. Она жует свой блинчик без сахара и вспоминает тех, о ком плакала. Сейчас пойдем блинов поедим. Мешки намажем только. Кстати, весь набор вот этот, который у меня, мой уходовый, он тоже уже вот последние капли. Я-то думала, что я себе заказала про запас, а на самом деле сестренка моя приехала, и мы ей отдали, мы, я и мои руки. А сейчас вот смотрю и думаю, надо было, наверное, в этот заказ уже заказать себе вот этот весь набор. Ну ладно, может протяну недельку, две, на следующий буду заказывать. Тишина в холодильнике. По чуть-чуть будем мазать, будем экономить. Не в том дело, что я не могу купить, но заказы я обычно делаю там через пару недель, да? Вот. Как будто шерстинка. Брой пора выщипать, тут уже у меня грядка заколосилась. Тишина в холодильнике. У меня есть ночная маска, если что, на ночь могу мазать. Главное, что вот эта вот штука есть, которую... Сейчас я нанесла самое первое. Вот она прямо увлажняет супер. Я без нее не живу, не пою, лишь о тебе мечтая. А, вот она. Шерстинка кошачья. А нечего кошек целовать по утрам, как припадочная. Убрала ее. Я сегодня решила надеть платье. Вот это. Она вроде бы из декольте. И вроде бы и все прилично. Сейчас волосы высушим. Обед надо готовить. Скоро уже все. Уже пол одиннадцатого, да? Около 11. Бегом. Бегом. Побежали. Мои сладкие.
Времени нет. Мы...